Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с ветеранским активом муниципалитета. Общение было не совсем официальным, о чем свидетельствовал накрытый угощениями стол. И все же говорили о важном. Глава отметил значимость существующего трехстороннего соглашения между администрацией муниципалитета, районным советом депутатов и ветеранской организацией. Не для того, чтобы все помогали, это в том числе, а для того, чтобы всем показать, что у нас и ветераны, и администрация, и депутаты вместе. И действительно, ветеранская организация выступает в этом соглашении. И смысл-то какой? Гарантом взаимодействия администрации, исполнительного органа власти, представительного и общественности. В беседе принял участие председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль. Именно он когда-то и выступил с инициативой подписания трехстороннего соглашения. Виктор Петрович сказал, что положительный опыт Ленинского района сейчас внедряется и в других муниципалитетах. Подобные соглашения помогают власти услышать не только чаяния ветеранов, но и их мудрые советы. Эта тема сейчас пошла по всей территории Московской области. И даже уже за ее пределами есть. Делегации Республики Крым увезли ее с собой. Делегации Тамбовской, Тульской, Свердловской и ряда других областей. Уже работают ветеранские организации, в первую очередь, на уровне. Работают уже региональном даже, не говоря на муниципальном, понимая, что опыт вот Ленинского района, он интересен, он важен, он значим, он дает результат. Также Валерий Венцель рассказал об основных направлениях развития района и о том, какие изменения ожидают муниципалитет в ближайшее будущее. В ходе встречи были подняты самые разные темы. По итогам первого полугодия 2018 года мы занимаем лидирующие позиции, не первые среди всех муниципальных образований. Мы 11 место заняли, но зато первое среди всех муниципальных районов. Есть такой рейтинг 50, это рейтинг, когда есть 50 показателей, по которым оценивают наши старшие товарищи, как мы здесь работаем. Валерий Венцель заверил, сотрудничество с ветеранами района будет продолжаться. Опыт людей старшего поколения очень важен в дальнейшем развитии муниципалитета.